виду этот троллейбус не отличается от других, но зайдя внутрь, ты словно попадаешь в сказку. В салоне стоит елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, висят праздничные шары, мишура и еловые ветки. В торжественном запуске праздничного транспорта приняли участие депутаты Совета депутатов Юлия Ишкова, Надежда Смирнова и Александр Васильев. Готовили совместно с сотрудниками предприятия такой подарок для наших пассажиров. Новогодний троллейбус, номер у него 039, он у нас забрендирован, цвета наш Подмосковье, брендирован зимой в Подмосковье. Также новогоднее настроение создают наклейки на окна в виде снежинок и сказочных персонажей. Такое оформление точно поможет погрузиться в атмосферу праздника. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» по всей Московской области проходят праздничные мероприятия. Так, при поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина и активной работе депутатов, в нашем муниципалитете стартовали несколько праздничных акций. Такие, как «Добрая елка», «Елка в каждый двор» и «Новогодний троллейбус». Праздничный транспорт уже курсирует на улицах городского округа. Теперь дорога от работы до дома станет намного веселее и приятнее.